Идеальная площадка для обмена опытом и поиска перспективных путей развития образования. Так педагоги говорят о традиционном августовском форуме, финальный день которого учреждения областного центра представили более десятка реализованных проектов. Мы реализуем различные проекты гуманитарной направленности. В прошлом году школа начала реализовывать еще один региональный проект «Педагогический класс». Особые расписания, дети углублялись в педагогику, психологию, предметные вопросы, которые в дальнейшем могут связать их с должностью, с профессией учителя. На протяжении своей профессиональной деятельности я работаю над проблемой толерантного отношения детей к культуре других народов и постоянно ищу новые пути, формы и методы организации образовательного процесса. Представлены проекты народа Пензенской области. Это был групповой проект, долгосрочный и индивидуальный проект по страницам мордовских сказок. А в технопарке «Кванториум», действующем на базе 2-го лицея Пензы, школьники получают уникальный навыки. Там воспитывают инженеров будущего. Можно сказать, что это модель социального лифта вариативного характера. В рамках проекта ребенок, получив теоретические знания на предмет с помощью оборудования кванториума, закрепит их и приобретет навыки практики работы с оборудованием. За несколько дней работы форума для педагогов были организованы различные сессии, дискуссии, круглые столы, мастер-классы, тренинговые занятия, консультации, творческие мастерские и другие мероприятия на разных площадках. Все это должно помочь им в наступающем учебном году. Мы увидели заинтересованность детей, заинтересованность родителей, взаимодействие, вот в таком хорошем взаимодействии, в эффективном взаимодействии школы, родителей и детей. Вот это, наверное, и самое главное. Итоговое пленарное заседание прошло под лозунгом «Муниципальная система образования. Траектория эффективного развития». По ней учебные заведения начнут двигаться уже в четверг, 1 сентября.